С первых минут привлекает внимание название экспозиции «Лучшее из лучших». И когда смотришь на работы, понимаешь, название полностью соответствует действительности. На стенах яркие и запоминающиеся рисунки. Они выполнены в разных техниках. Графика и гуашь, цветной карандаш и сухая игла, акварель. Когда вот есть возможность отобрать, то отбирается ведь всегда то, что лучше. Это нормально, и для детей это нормально. Если ребенок не может сделать хорошо, значит, у него есть возможность стремиться к тому, чтобы сделать лучшую работу. И поэтому вот выставка и собралась. Лучшие из лучших, больше 70 работ, значит, где-то порядка 74 работы. Стены выставочного зала украшает свыше 70 итоговых творческих работ учащихся разных лет. Экспозиция разделена на три блока. Первый посвящен году Малой Родины, второй называется «Брест. Город творческий», третий проникнут темой театра. Увидеть всю эту красоту вживую можно до 15 июня. Приятно посмотреть на результат и свой, и детей, потому что все равно эти работы и наши тоже. Я всегда каждую работу считаю, что это и моя работа тоже, потому что от идеи до конечного оформления даже, все равно это учитель. Многие дети с 8 лет же у нас в школе, поэтому, конечно, сравнить ту работу, которую они рисовали у нас в 8 группе и в 9, и придя к вот такой хорошей работе, конечно, они сами даже видят. Тут уже даже и слов не надо. В настоящее время в Брестской детской школе изобразительных искусств проходит обучение порядка 500 учащихся. Кто-то из них в будущем станет профессиональным художником, кто-то пойдет другой дорогой. Но так или иначе, знания, навыки и вкус творчества, приобретенные в процессе обучения, останутся с ними на всю жизнь.